Игра – одно из самых важных занятий ребенка. Детское восприятие устроено таким образом, что для усвоения информации нужны игры и ассоциации. С помощью них формируется мировоззрение людей. Во второй половине 20 века появился новый вид развлечений – виртуальный. В 1958 году американский физик Уильям Хиггинботом создал игру «Теннис для двоих», которая стала первой в своем роде. Изображение выводилось на обычный радар. Стоит отметить, что Хиггинботом принимал участие в создании ядерной бомбы, но он, не осознавая того, создал еще одну – виртуальную. Игры, как любое явление культуры, это очень разностороннее явление. Для кого-то игры – это безусловное благо, потому что они развивают смекалку, они много чего развивают. Научиться проще, чем в рамках игрового процесса, по-моему, вообще ничему невозможно. Игра – это естественная форма обучения. В этом плане игра – это необычайно хорошая, классная вещь. Компьютерные игры прошли долгий этап развития. Из примитивных двухмерных они превратились в продвинутые фотореалистичные развлечения. Среди них есть развивающие и обучающие. Но в нашем фильме речь пойдет об играх, в которых собрались самые страшные пороки современного мира. Чему эти развлечения учат людей, вам предстоит узнать прямо сейчас. В 41% от общего количества игр достижение цели невозможно без проявления жестокости. В 17% игр жестокость сама по себе является главной целью игры. 14% людей, играющих в компьютерные игры, обретают патологическую зависимость от них. Особенно остро ситуация с геймеровской зависимостью обстоит в России. Игры легко доступны, а население недостаточно образовано, чтобы оценить исходящую от них опасность. Чаще всего жертвами виртуальной реальности в нашей стране становятся дети и подростки. Кемерово 14-летний фанат компьютерной игры получил 4 года колонии за то, что убил сестру. Она мешала ему в самый разгар виртуальной погони. Саша Кувалдин вышел за дверь избы, вернулся с кирпичом и нанес девушке 7 ударов по голове. На суде подросток выслушал приговор абсолютно спокойно. Студент из Уфы ранил ножом отца за то, что тот вырвал провода из компьютера, не дав доиграть. Затем геймер выпрыгнул из окна и разбился насмерть. В Туапсе 14-летний Ярослав Миличенко убил своего отца за то, что тот запретил ему играть в любимую компьютерную игру «Готика». Мальчик ночью забил спящего отца кувалды и под страхом смерти заставил мать вернуть ему клавиатуру. На допросе мальчик не скрывал, что удовлетворен содеянным. «После убийства я стал главным в семье», — заявил он. Достоверной и четкой связи сказать, что вот прям исключительно из-за того, что человек поиграл в игру, он пошел стрелять в живых людей, нет. Потому что практически во всех случаях было обнаружено, что эти люди имеют психические отклонения. И компьютерная игра была неким мотиватором, инициатором проявления вот этих склонностей человека. В Америке 63% жителей играют в видеоигры. В России число игроманов составляет 30%. В Америке средний возраст геймера – 35 лет, в Европе – 23, в России – 20. Среднее время, которое американцы проводят за видеоиграми в день, составляет 3 часа. Россияне же сидят дольше – 4. Чем больше у ребенка психологических барьеров в повседневной жизни, тем глубже и быстрее он погрузится в виртуальную реальность. Будучи 13-летним мальчиком, Гриша не на шутку увлекся компьютерными играми. Поначалу это была всего лишь невинная забава, но со временем он почувствовал сильную тягу к виртуальному миру. По его словам, он начал путать реальность с игрой. Виртуальный мир привлекал меня своей динамичностью, опять же, необычностью. Когда игры стали развиваться, виртуальный мир все больше и больше стал походить на реальный. Родители предоставили мальчика самому себе. Отец и мать не уделяли сыну должного внимания. Зато с этим прекрасно справлялся виртуальный воспитатель. Мои родители спокойно к этому относились. Может быть, в большинстве случаев даже и не замечали, если такая проблема, не считали этой проблемой. Проблема достигла пика в 15-летнем возрасте. Гриша проявлял повышенную агрессивность, страдал от постоянных головных болей, его успеваемость в учебе упала. В итоге его выгнали из школы. Мог сесть после школы, прям просидеть 7-8 часов. Бывало, мог ночь просидеть. То есть, когда родители ложились спать,
Я закрывался у себя в комнате, и даже если на следующий день надо было идти в школу, я мог просидеть ночь и только поутру лечь спать. Иногда резкое падение вниз дает шанс для отдыха и сильного скачка вверх. Так и случилось с Гришей. Он осознал трудность своего положения без посторонней помощи. В один прекрасный день у меня просто перегорел блок питания, и компьютер перестал работать. Сам блок питания заменить для меня не было проблемой, но я сам подумал, что надо что-то уже пора менять в жизни. Решил какое-то время его не чинить. За это время много успел, пока он не работал. Я восстановился в школе, познакомился с прекрасной девушкой, с которой я до сих пор встречаюсь. Жизнь наладил, стал больше уделять внимание друзьям. Есть проблема, которую ему с помощью отказа от видеоигр не решить никогда. Это безразличие родителей. Родители, не допускайте того, чтобы вместо вас детей воспитал компьютер. Существуют организации, которые занимаются разработкой и утверждением возрастных ограничений для виртуальных игр. В Америке это СРБ, в Европе ПЕГИ. В России как таковых ограничений нет. Я играл в игры с ограничением от 18 и старше, потому что, как вы знаете, запретный плод всегда сладок, и ограничения, на чем бы там ни было, на фильмах, на играх, на табачных изделиях немало кого останавливает. Даже если игра или фильм с возрастным ограничением, я думаю, детям еще интереснее попробовать ее, узнать, почему же ее запретили, и увидеть, что там происходит. Однако современные игровые консоли имеют такую полезную функцию, как контроль за детьми. С помощью нее можно оградить свое чадо от нежелательных игр. Нужно всего лишь ввести дату рождения ребенка, и система сама в дальнейшем будет определять, что подходит, а что нет для ваших детей. Сами обратно поменять возраст геймеры не смогут, так как для отмены функции требуется пароль, который знают только родители. Даже если в России ведут систему возрастных ограничений, в нашей стране она будет крайне неэффективна. Плачевные примеры – алкоголь и сигареты. Возрастные ограничения этих товаров не мешают их продавать подросткам. Единственные люди, которые могут уберечь детей от дурного влияния виртуальности – это их родители. Самое главное – интересоваться, чем увлекаются ваши чада. В реальном мире я могу видеть, как улыбаются мои друзья, какое у них настроение. Я могу ходить к ним в гости, а в виртуальном мире это невозможно. У виртуальных игр есть еще один минус. Если ты будешь целыми днями просиживать у компьютера, то в 14 лет единственные твои друзья будут это прыщи и очки. В виртуальном мире мои друзья, мои развлечения. Виртуальный мир – это моя жизнь. Я считаю, что это просто замечательный мир, потому что там можно делать все, что угодно, и ничего тебе за это не будет. Компьютерные игры очень давно, где-то 7 лет, где-то так. Но это считалось хорошим проведением времени, можно расслабиться, не думать об учебе и так далее. Типичный школьник. Я не играю в компьютерные игры, но, знаете, проблема такая, то, что у меня парень есть, и он постоянно в них играет, просто каждый день. У меня такое ощущение, что просто меня не существует в его мире, а существуют только эти одни вот игры. Родители относились, в принципе, нормально, у меня с психикой все хорошо. Мне кажется, то, что это все происходит в реальности, и я хочу осуществить это в реальности. Родители были рады, что я провожу время, по крайней мере, не где-то там с бутылкой чего-нибудь и так далее. Это такая проблема, мне кажется, даже сейчас глобальная среди нашей молодежи. Это очень серьезно, это очень сильно действует на психику, на психологию. Я бы запретила в такие игры играть, слишком жестокие. С этой проблемой нужно разбираться изначально. Просто нужно за детьми смотреть, чтобы дети занимались больше музыкой, спортом. Вообще-то ужасно. То есть у меня были бы внуки, я бы, конечно, такого просто не разрешила даже. Наверное, если запретить такие игры, что их, в принципе, не будет существовать, тогда, да, наверное, это выход. Дело родителей.
следить за тем, во что играет их ребенок. И дело родителей, которые знают своего ребенка, которые понимают, что он может нормально воспринять, что он нормально воспринять не может, регулировать поток информации, который он получает. Признаки компьютерной зависимости. Ребенок начал есть и пить, не отрываясь от видеоигр. Ребенок начал проводить ночи за компьютером или игровой приставкой. Ребенок начал прогуливать школу для того, чтобы поиграть за компьютером. Ребенок находится в раздраженном, агрессивном состоянии, шантажирует и угрожает, если ему запрещают играть. Если использовать компьютерные игры не более 1 часа в сутки, они могут принести пользу, научат детей счету, иностранному алфавиту, усилят концентрацию внимания, помогут развить быстроту реакции. Виртуальные развлечения надежно вошли в повседневную жизнь современного общества. Но некоторый процент игр может нанести тяжкий вред неуравновешенной психике человека. Мы рассказали вам о жестоких играх и возможных последствиях. Что делать дальше, решать вам. Отличная погода, не так ли? Самое время выйти на улицу и поиграть в реальные игры. Хорошо, родители дают учение, ну, в общем, понятно, хорошо. Единственные люди, которые могут уберечь своих детей, Будды, блин. Еще не показывал ничего. Я репетирую. Отличная погода, не так ли? Блин. Еще раз. Блин. Подожди, я забыл. Потому что я кинестетик, и мне нужно осязать фактуру предмета. А, я начинал разваливаться, у меня отвалилась рука, нога, меня родители. Не допускайте того, чтобы детям... Чего?